Ну а сейчас в Уральск. Там выкупили 264 квартиры для жителей дачных массивов, пострадавших от паводка. Средства на покупку недвижимости выделила крупная казахстанская моторная компания. Сегодня новоселье отметили 6 семей. Они получили ключи от трехкомнатных квартир в новостройке. К слову, этой весной в областном центре подтопило свыше 14 тысяч дачных участков. По результатам оценочной комиссии 3 тысячи домов признали единственным жильем у людей. Сейчас в городе продолжают работу по техническому обследованию. Специалисты осмотрели 1500 строений. 80% из них признали аварийными. Наш дом был разрушен паводком. У меня 5 детей. Все это время жили в эвакопункте. Сегодня у нас счастливый день. Мы получили новую квартиру. Спасибо за поддержку и внимание. Сегодня мы выдали 6 квартир. Следующий этап это будет 31 июня. И последний этап это 20 августа. То есть все квартиры, все жильцы будут обеспечены до конца лета квартирами.